Во время пасхальных праздников общественный транспорт в столице будет придерживаться специального графика движения. Так, в ночь на воскресенье троллейбусы и автобусы будут ходить до полуночи, а движение микроавтобусов продлится до 5-6 утра. Специальный график будет действовать и на родительский день. Некоторые маршруты будут бесплатными. Это 27-й автобусный маршрут и специальные маршруты Д и С, которые будут курсировать от остановки «Цирк» и пересечения улиц Василия Александриса Александру Челбун до кладбища Святого Лазаря. Что же касается маршрута микроавтобусов 126, 127, 132 и других маршрутных такси, то он будет продлен до кладбища Святого Лазаря.